Этот год был довольно тяжелый у нас, конечно, потому что мы в этом году подняли статус в соревнованиях наших команд. И мужская сборная у нас участвовала вместе с Россией в группе А. Это фактически профессиональный уровень команд. И также мы, как вы знаете, тоже впервые у нас юношеские подростковые команды участвуют вместе с Россией. В образовательно-досуговом центре «Октябрь» наградили лучшие футбольные команды района и призеров ГТО. Порадоваться за успехи спортсменов пришли родители, тренеры и болельщики. В начале этого года в районе была создана специализированная спортивная школа по футболу. И вот пришло время подвести итоги. Заслуженными грамотами от главы района наградили лучших тренеров.